Так вот, то есть нагрузили, вот сейчас здесь 250 килограмм, сзади груз 160 килограмм, водители килограмм 80. Пробуем поднимать. Пробуй. Хорош. Стой. Жопа пошла. Я. Так, 250 килограмм. В принципе, вот смотрите, на кранах все выдерживает, шланги, то есть без проблем. Чуть-чуть ковш там у нас погнулся в ходе эксперимента. Попробуй назад наклонись. Вот так, назад наклонись. То есть на холостых оборотах и просто плавно поднимаем, чтобы если что отлетело, сразу понять, можно сейчас резко. Ну-ка, резко дерни его. Все. То есть, мужики, все, вариант достойный, все работает. Вот, все выдерживает, никаких проблем нету. Вот, если жопу загрузить еще, там будет у меня экскаватор. Вот, сейчас там 160 килограмм, килограмм 250, я думаю, в экскаваторе будет. Но я думаю, килограмм 300 он свободно поднимет, все усилим. Так, короче, вот так вот, сейчас давайте посмотрим, как песок возим.
смотрите, короче, просили схему. Вот, схему тут, я думаю, смысла нет рисовать. Все здесь очень легко и просто. То есть кран ставится. Вот можно по моему методу то есть сделать. Здесь у нас идет обратка. Обратка ставите обычный шланг. Вот, здесь у нас идет на цилиндр. А здесь у нас идет СНШ подача. Второй кран, то есть здесь не нужен трехходовой. Вот, здесь нужен обычный кран. Просто еще было, поэтому и сделал. А так все, в дальнейшем ждите разных экспериментов, результатов. Вот, кому не влом, поставим палец вверх. Все, всем удачи, всем пока.